вправо уходи. Часть маршрута для автошкол южной части. Поворот с проспекта в южный, короче. Не знаю точно, как это называется. Вот. Здесь мы, смотрите, поворачиваем, смотрим туда. Тут никого там не было. Оба вышли. У нас знак «Вступи дорога». Все, в левый ряд перестраиваемся. Как правило, по правому ряду выходит с правой полосы направо под развязку. Вот. Что касается остановок, останавливаться можно везде. Запрещающих знаков остановки нет. Можно остановиться так как в конце остановки, так и на краю проезжей части. Говорят, перестройся. Почему мы здесь перестроились в правый ряд? Смотрите, тут с левой стороны постоянно все в сервисы едут, и очень часто стоят машины с левым поворотом. Поэтому тут уже перестроились в правый ряд, спокойненько едем. Это у нас что, поворот на пятую площадку туда? Почему еще здесь мы едем или продолжаем движение по правому ряду, если нам нужно в сторону Пионерки поехать, ну, к Эбру, допустим? По первому ряду сразу выбирайте себе путь, потому что по левому краю дороги поедет машины, мы сейчас увидим. Они налево сворачивают. Можете видеть, там вдалеке уже грузовики пошли на поворот налево. Ну, как правило, здесь на улицу Малиновского все поворачивают, так что держимся правой полосы. Ну, а вот этот перекресток проезжаем. Ну, в данный момент, вон, ребята, прямо поехали. Так можно просто прямо ехать и налево. Перекресток проезжаем, и уже можете по любой полосе двигаться. Останавливаться также мы можем вплоть до Эвро, где угодно. Ну, не как угодно, а как записывают правила дорожного движения.